Здравствуйте, мои дорогие скорпионы. Давайте вместе с вами посмотрим, что вам высшие силы подсказывают вам на август месяц, на начало месяца, на середине, на конец месяца. И в конце расклада мы возьмем карту совета, что вам высшие силы подсказывают вам. Если вы готовы, давайте вместе с вами начнем расклады. И первая карта для вас выходит, мои дорогие, карта Ту жезла. А Ту жезла показывает ваша стержень. Ваша, знаете, такое стержень, то, что стремление, которое вы знаете, то, к чему, чего вы хотите, чего вам нужно. И здесь, знаете почему? Потому что здесь может быть такое, то, что были люди рядом, которые хотели вас сломать, которые, ну, у них это не получилось. И у вас вот на начало месяца идет то, что вы как бы стремление у вас есть. Следующая карта на начало месяца идет карта двойка мечей. А карта двойка мечей вот что показывает, ту жезла. Вы закрываете. Если касается здесь рабочие моменты, вы можете каких-то партнеров закрывать. Если касается тема каких-то отношений, вы можете закрывать тоже, вот можете закрываться. А знаете почему-то? Потому что вы уже точно знаете то, что вы как бы у вас внутри есть вот этот стержень, потому что такого человека не может никто сломить. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, на начало месяца августа выходит карта мира. Карта мира что показывает? Здесь показывает, разрушить или сохранить, все зависит от вас. Закрыться от чего-то, от кого-то, это все зависит от вас. Если вы знаете, здесь еще показывает то, что сохранить то, что у вас есть, потому что у вас может быть хорошее на данный момент это в жизни, или разрушить, это все от вас зависит, потому что здесь и дает карта то, что как бы закрыть, разрушить, оставить так или допустить чего-то тоже, все от вас. Следующая карта для вас, мои дорогие, рыцарь Пентакли. А рыцарь Пентакли здесь еще что показывает? Ваши страхи. Здесь еще показывает то, что вот, на начало месяца показывает то, что может быть то, что показать, вот разрушить ваши страхи, закрыться от чего-то, вот все зависит от вас. Почему? Потому что здесь не могли люди вас сломать, не могли, у них это не получилось, потому что вы знали вовремя, когда закрыться. И здесь вот идет вот на, потому что вы боретесь, вы не останавливаетесь. Следующая карта на начало месяца у вас выходит карта шута. А карта шута показывает, вот почему вы боретесь, потому что на данный уже на начале месяца для вас, мои дорогие скорпионы, идет обнуление. У вас идет обнуление энергии, обнуление, знаете, души. Все, что касается у вас, как будто вот на начало уже месяца августа у вас идет обнуление, потому что как будто вы уже, может даже по карте мира показать, что вы уже научились закрыть, разрушать вот эти ваши страхи изнутри. Следующая карта мы посмотрим на середине месяца. И на середине месяца у нас показывает вот туз кубка. У вас показывает то, что вы полны энергии. Уже на середине вы вот из-за того, что у вас вот это есть это стремление, вы уже наполняетесь, у вас уже чаша уже на середине месяца августа, мои дорогие, уже наполняется эмоциями, чувствами, вот поэтому идет здесь и обнуление энергии. Для кого-то здесь может касаться, мои дорогие скорпионы, женщины, вот рождение детей. Вот. Следующая карта идет у нас двойка кубка. Двойка кубка показывает, что уже на середине вы вот в начало месяца начинаете уже закрываться от чего-то, и вы уже на середине показываете то, что уже внутреннее ваше состояние, или человек, который у вас есть доверие друг к другу, или вы сами вот внутри доверяете себе то, что вот происходит. Вы наполняетесь, вот ваша чаша вот наполняется позитивной энергии. Следующая карта сила. А сила показывает то, что почему у вас уже на середине идет, потому что вы уже в начале уже знаете то, что вы закрыли чего-то, у вас идет обнуление, вы наполняетесь, и ваша сила в этом помогает. Следующая карта дьявола. Карта дьявола вот здесь вы показывает то, что вы
как бы здесь еще может показать то, что вот ваши страхи, как будто вот вас ведут к таких каких-то неодуманных решений или чего-то, знаете, может еще, знаете, здесь касаться, что на середине месяца вам подается больше такое то, что чего больше вы хотите, может для кого-то будет, то, знаете, вот дано какие-то отношения, как бы бывает в жизни, когда вот ты стремишься к тому, что хочешь только отношения. Вот здесь как будто вот у вас дается, но здесь дается как бы по дьяволу. Вот вы должны понимать, что это не такие отношения, как бы, да, вот дается новые возможности. Еще здесь может касаться для кого-то, если касается темы работы, здесь может быть дать вот какие-то большие деньги, которые не будут заработаны не по-честному. Здесь как будто даст вам вот эти возможности, но как будто они нечестные заработаны. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие скорпионы, это выходит королева Пентаклей. Королева Пентаклей показывает ваша стабильность. Вы находитесь на вашем троне. Вы наполняетесь, по тузу кубку показывает, что вы уже начинаете потихонечку, вот вы уже вначале уже закрываете то, что идете, вот вы хотите это обнуление, вы уже начинаете, и вы уже в конец уже приходите к вашей стабильности, уже у вас, вы как бы знаете, чего вот, ну как бы, ну, чего вы хотите, вот. Следующая карта на конец, и это шестерка мечей. А шестерка мечей что показывает? Вот благодаря вашей, здесь еще благодаря вашей, вот это направление, благодаря вашей стабильности, вы как будто уйдете вперед, вот вы как будто сделаете шаг вперед. Вот вы закроете, и вы решите в конец, что все, я двигаюсь дальше, другим берегам. Вот если уже к чему вас приведет, это самое, как вы уже время покажет. Следующая карта на конец месяца, и это у нас десятка кубка. Десятка кубка вот и показывает то, что у вас, вот то, что вы идете уже под конец, то, что уже на середину уже у вас показано. Здесь еще идет какие-то вот, ну, такие, знаете, искушения для вас, могу сказать, то, что как бы, ну, то, что может быть, то, что как бы деньги здесь это, а вот уже в конец у вас как бы, знаете, радуга над вашей голове, вы можете, знаете, быть счастливы, вы можете, ну, там, решать вопросы там, ну, в работе, то, что вот, может здесь даже касаться то, что вы хотите другую работу, вот. Но тоже здесь смотрите аккуратно, потому что идет карта, как бы здесь можно заработать, но не по-честному. Следующая карта на конец месяца, и это у нас карта двойка жезла. А двойка жезла вот и показывает дьявол, то, что может быть вы хотите это обнуление, но у вас, где вы находитесь на старом месте, вы как будто у вас идет какое-то новое возможное, вот вы где вас будете заманить вот все это и привязать, вот как будто, что вы не делали этот шаг вперед, что вы как бы не можете даже искать что-то новое, что-то хорошее вот вперед. Следующая карта, мы возьмем карта совета, и что вам высшие силы подсказывают? А вот высшие силы и подсказывают вам то, что вы должны убрать вот это ваша скупость, вот эта жадность по отношению не к кому-то, а именно к вам. Вот это вот и показывает вот привязанность. Вот убирайте, вот начинайте двигаться дальше. И вот если вы начнете двигаться дальше, вы и приобретете и стабильности, и вы начнете быть счастливы, вы начнете там заработать. Но какие-то вещи из вашей жизни вы должны все-таки убрать, обнулить вот это сначала, вот в начало месяца. Если вам нужны личные расклады, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.